Das heißt zugleich für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage, Здравствуйте! Мы продолжаем цикл бесед о феноменологии Аристотеля. Последние две беседы, две лекции, два рассуждения мы посвятили сфере, такой области, как структурализм и близости между структурализмом и феноменологией. Эта тема чрезвычайно важная, на мой взгляд, и очень объемная и масштабная, Здесь мы можем представить самое разнообразное, самое разнообразное направление в развитии. Можем подойти с одной, и с другой стороны тоже трудно, трудно остановиться на чем-то одном, выбрать что-то одно для продолжения развития этой этой темы структурализма, ее связи с структурализмом феноменологии в целом и в отношении Аристотеля. Но сегодня вот давайте мы начнем с Хайдегера и перейдем к очень тонкой теме относительно субъекта речи, относительно того, кого называют психоаналитики, после Лакана энонциативным очагом или энонциативным ядром. В принципе, речь идет о субъекте в структуре, в структуре языковой, языковой действительности, языковой антологии, лингвистической антологии. Но прежде чем, прежде чем говорить об этом, давайте обратимся к Хайдегеру, и его экзистенциальному пониманию языка и речи. Интересно, что Хайдегер в «Sein und Zeit определяет как важнейшие экзистенциалы дозайна следующие. Я сейчас зачитаю вот фрагменты «Sein und Zeit». Хайдегер пишет «Die fundamentalen Existenzialien, die Dasein des Da», Die Erschlossenheit, das in der Welt seins конституieren, sind Befindlichkeit und Verstehen. Это э, э, чрезвычайно важно, потому что мы поймем это э, чуть позже. Так вот что пишет Хайдеггер. Э, Фундаментальные экзистенциалы, которые э, sein, да то есть, которые «бытие», э, нахождение здесь, да, это находиться здесь, которое бытие, э, бытие, да, то есть бытие здесь, то есть дозайн как таковой. Но в данном случае здесь не просто дозайн, а бытие, да, наоборот, зайн, да, не да, да зайн, а зайн, да, бытие чего, бытие этого места. Итак, фундаментальные экзистенциалы, которые конституируют, определяют бытие, да, то есть открытость а, бытия в мире, Erschlossenheit des in der Welt sein, а, бытие в мире – это тоже экстенциал. И так вот, важнейшими экстенциалами, фундаментальными являются Befindlichkeit und Verstehen, то есть наличие и понимание. А, Эта формула с точки зрения Хаддегера, почти рекурсивно, потому что он говорит об экзистировании дизайна, об экзистенциалах, как о некоторых модусах этого экзистирования, одновременно в дозайне, в самом дозайне, дизайн и да, по-разному друг с другом соотносятся, что составляет внутреннюю динамику. Индервельдзайн, бытие в мире, это тоже, в свою очередь, является экзистенциалом дизайна как и открытость или Эршлосенхайт распахнутость бытия в мире. И, соответственно, строить эту дозайн-аналитику можно в самых, разных, в самых разных осях, потому что Хайдегер заведомо уходит от какой-то конкретной, четкой, строгой, жесткой системы концептуальной таксономии. И поэтому, в принципе, речь идет о том, что дозайн экзистирует ähm, как наличие и понимание. Поэтому дозайн экзистирует как понимающее наличие. То есть в каком-то смысле и другие экстенциалы могут заменять наличие и понимание. И в другом месте Хайдекер скажет, что фундаментальным экстенциалом дизайна является забота, зорга. Одно другое не должно исключать. Речь идет о такой сложной системе, системе координат, которая всегда что-то имеет и всегда имеет э, в виду всегда что-то имеет в виду но всегда имеет в виду, в виду не то что мы думаем то есть это такая система координат которая становится доступной по, после того когда наша привычная концептуальная система координат подвергается определенной эрозии распаду или ликвидации то есть Хайдегер не хочет построить строгую систему, он хочет разрушить ту систему, которая есть, и поэтому его язык, его построение кажутся иногда трудными. Они трудные, потому что так он пробивается к своему сообщению. Он хочет нам сообщить нечто, что мы в принципе еще не знаем. А для этого надо раздаться с тем, что мы знаем. Поэтому такие формулы, как «Die fundamentalen Existenzialen, die das, das, das Sein des Da, die Erschlossenheit in der Welt sein, konstituieren, sind Befindlichkeit und Verstehen». Для чего эти экзистенциалы äh, нам нужны? Befindlichkeit und Verstehen. И даже об этом можно было бы говорить достаточно долго, потому что человек, когда понимает что-то, он где-то находится, он не может быть понимать просто так, он находится в конкретной исторической, культурной, временной, географической э, территории. По, в этом специфика да, дозайна, то есть территориальности да, дозайна. Поэтому он где-то находится, лихкает. Он не может нигде находиться. Он находится где-то, лихкает. И то, где он себя находит, это и есть да, зайна. То есть э, собственно не сам человек находит себя там, где он находится, а бытие а сквозь человека находят себя там, где находится человек. И вот эта конкретность этой территориальности, она принципиально для дизайна как такового. И одновременно эта конкретность становится бифингихой, становится экзистенциальным дизайном тогда, когда эта конкретность сопряжена с пониманием. Поэтому если человек ничего не понимает, или кто-то, не человек ничего не понимает, то он нигде и не находится. То есть бытию... Бытие не находит его а, там, где он не понимает. Бытие находит само себя или находит свое да, свое место там, где есть тот, кто понимает, там есть процесс понимания. Поэтому Ферштейн, как один экстенциал дизайна, и Бефлегкай, как другой экстенциал, экстенциал дизайна, они неразрывно связаны между собой. То есть дизайн экзистирует, понимая и находясь. Не просто понимая так пониманием, может быть, абстрактным, отвлеченным, а понимая, находясь. Вот тогда есть то, что Хайдегер в другом месте называет фактицитет, то есть фактичность дозайна. Дозайн – это не кто-то о чем-то где-то, а это конкретно, вот когда что-то нашлось и что-то понимают, вот тогда дозайн экзистирует. И далее, вот для чего нужно Ферштейн и Бефинлих как базовые, фундаментальные, основополагающие экзистенциалы – Дозайна было ввести именно как открытость бытие в мире потому что с помощью наличия и понимания конституируется бытие в мире конституируется открытость открытость к Потому что ты не можешь понимать что-то абсолютно внутреннее. Ты понимаешь всегда что-то соотносящее внутреннее и, и, и внешнее, и находишься никогда не только в самом себе, но еще где-то в, в другом среди других. Поэтому вот эта открытость непосредственно предполагает самим наличием, самим, то есть самой, самим находимостью э, или наличием и самим пониманием. Так вот, дальше, что Хайдеггер говорит? Хайдеггер говорит, «Die Rede ist mit Befindlichkeit und Verstehen existenziell gleich ursprünglich». Речь а, вместе с находимостью и пониманием экзистенциально-тождественно и, и, и изначально. Тождественно и изначально. Ursprünglich – изначально. Соответственно, а, там, где есть находимость, наличие и понимание, там есть речь. И наоборот, там, где есть речь, там есть находимость и понимание, там есть дизайн. Таким образом, речь не еще один эгоистическая, хотя это эгоистическая по Хайдегеру, но не еще один. Речь это в каком-то смысле и есть понимание, потому что если мы понимаем, но речи и не произносим и не слышим, то как можно догадаться, что мы что-то понимаем? В принципе, вот понимание, оно обязательно связано с артикуляцией, не обязательно, но не не, не только с активной артикуляцией своего понимания. Мы можем а, относиться к речи и по-другому, мы можем слушать речь. И вот это слушание или молчать и продумывать речь молча. То есть речь это не, нечто большее, нежели просто говорение. Речь это способность к артикуляции нашего понимания в наличии. И поэтому Хайдегер говорит: Речь это артикуляция способности к пониманию. И еще одна формула «die befindliche Verstandlichkeit des in der Weltseins spricht sich als Rede aus». То есть, äh, наличествующая или находящаяся понятливость, понимаемость или осознанность, осмысленность, осмысляемость. Mm -hmm. Наличествующая осмысляемость – это вот эта комбинация «befindlichkeit und verstehen», «verstandlichkeit от Это опять комбинация двух экстенсалов «die befindliche Verstandlichkeit». То есть наличествующее понимание Desenderwelt-Seins, бытия в мире, то есть дизайна как такового, als rede aus", высказывает себя как речь. То же самое. Поэтому то, что предыдущие формулы уже нас подвели к этому. То есть речь как таковая, а rede", это речь, die по-немецки, это как рема греческое, то есть это то, что составляет риторику, а в принципе, это же и, и язык по Хайдегеру, потому что язык органично связан с речью. Хайдегер не говорит о первичности того или другого, скорее для него первичная речь как феномен языка. Но, в принципе, в любом случае речь... Там, речь настолько сопряжена с дизайном, что и без речи быть не может. Что на самом деле дизайн в каком-то смысле экзистирует как речь. И не просто речь является приложением к пониманию или понятливости, понимаемости, осмысленности, ферштейн verstehen, и бифин наличие. Но речь столь же изначально, как наличие и понимание. Нельзя сказать, что вначале идет наличие и понимание, а потом идет речь. Вначале есть дизайн, который есть наличие, который есть понимание, и который есть речь. То есть дизайн соотносится с речью не как со своим инструментом, который есть у него под рукой, цуханданы, а речь и является дозайном. То есть мы есть то, что мы говорим. Мы не говорим то, что мы есть или чем мы не являемся. Мы говорим, слушаем и думаем а, с помощью языка и говоря, слушая и думая, мы есть. Вот этот принципиальный момент. Вот что значит, бляй их Равно, а равно изначально. То есть диреда речь так же как «бифин Лихайт Ферштейн, экзистенциально является гляйхуш Шпрунгих, то есть равно изначально по отношению к нахождению и мышлению. Это принципиальный вопрос. Значит, человек экзистирует как речь. Человек не использует речь, человек не учится речи, человек не имеет речь. Речь имеет человека в большей степени. А здесь а поскольку человек это один из таких одна из надстроек над дизайном то человек может быть конституирован но само представление человеке это слово если мы говорим что есть человек вот это уже диреда. Это уже речь, и для того, чтобы эта речь имела какое-то содержание, имела какой-то смысл, и соответственно для того, чтобы такое представление о том, что есть человек, или мы человек, или я человек, или он человек, она человек, вот эти высказывания, они требуют речь до того, как они еще были сделаны, они требуют не человека, они требуют речь. Таким образом, речь конституирует человека, а не наоборот, человек пользуется. Речью. Поэтому вот в этом и заключается переход от структурализма к а, Хайдегеру. При этом Хайдегер сам критически относился к шпрах философии, к философии языка и к структурализму. Он считал, что это слишком, слишком концептуальный подход, несмотря на то, что мы видели на, прошлом, на, на прошлой беседе, в прошлой лекции, что на структурный анализ разлагает концептуальность. Хайдегер стремится демонтировать, подвергнуть деструкции, деструкции концептуальность с помощью феноменологии, а структуралисты с помощью языка. По сути дела, вот в определении Диреда речи как дозайна, как экзистенциала дозайна, и сопряжение Ди с фундаментальными экзистенциалами дозайна, такими как наличие или находимость, нахождение, befindlichkeit, finden, находить, befindlichkeit, находимость, и Ферштейн понимание, утверждение, что речь столь же изначально, она не апостериорна к экзистированию, она находятся вместе, она гляйх прунглих хорошее слово, равно изначально, гляйх ушпрунглих. Урш, уршпрунг это изначальность как раз, это пер, пер, первобытность, то есть столь же первобытно изначально, как находимость и понимание. Поэтому речь не то, что выражает понимание, которое формируется до речи. Речь выражает понимание вместе с этим пониманием. То есть речь и понимание Ферштейна и Дереды это, по сути дела, неразрывно слитные, слитные между собой формы экзистирования. А бифинлихкайт, привлекаемый Хайдергером для введения экзистенциала диреда обосновывается тем, что это мыслящее высказывание или высказ... высказанное понимание не, не должно рассматриваться как что-то, описываться как что-то абстрактное или отдельное. Оно всегда имеет конкретное, находится где-то, находится, оно находится, оно не а, здесь и в каком-то смысле некий отзвук, игра, не игра слов, а именно отзвук под содержанием алитея, алетея по-гречески, это истина, это то, что по Хайдегеру не подверглось забвению или сокрытию, что нашлось, что потерялось лето и нашлось. И вот это «бефиндлихкайт», в этом есть некий отзвук античного, античной истинности нашего присутствия здесь, фактичности нашего присутствия. То есть мы присутствуем, мы наличествуем в мире, в мире, мы нашлись в мире, мы находимся в мире. Находимся, вся находим. Вполне можно было бы сказать на церковно, на старославянском. То есть мы себя находим. Мы находимся, мы находим себя. Мы, мы забылись и нашлись. И мы нашлись как мыслящие. Мы нашлись, здесь можно вспомнить Геворфенхайт, мы были заброшены, нашлись Геворфенхайт как мыслящие. И мы говорим и мыслим, и находимся в одном и в, том же, в одном и том же жесте то есть мыслить, находиться, находить себя, и говорить это одно и то же. Вот это экзистирование по, по, по Хайдегеру. Дальше, Хайдегер, вот что для нас здесь интересно: Хайдегер рассматривает процесс того, как Диреде, как экстенциал дизайна Для нас это структура в структуралистском понимании Диреде это некий структурный элемент высказывания или дискурса, точнее дискурса мы сейчас об этом подробнее будем говорить чуть позже. Так вот это диреда э, как экстенциал дизайна или язык в целом такой активированный экзистирующий язык. Вот диреда это экзистирующий язык. Вот этот экзистирующий язык дизайна, э, как экстенциал дизайна может как у все в дизайне, функционировать в двух режимах принципиальных в режиме не аутентичным у Найгена и Айгена и а, когда а, речь идет то есть о, о собственном и несобственном аутентичном не аутентичном подлинном и не если речь идет о подлинной речи если речь если мы говорим о подлинной речи если дизайн экзистирует аутентично то речь дозайна, о чем бы она ни была, соотносится с бытием того, о чем она повествует. То есть эта речь обращена к бытию, она учитывает бытие, бытие вещей, бытие цухандены, форхандены, бытие самого экзистирующего дозайна. То есть бытие пульсирует в этой аутенти... речи дозайна, экзистирующего аутентично. Поэтому... Поскольку бытие само по себе не является отчуждимым от самого себя, а это очень важно, речь идет о том, что делает сущее сущим, а не о самом сущем, которое может рассматриваться как отчужденное, то подлинная речь и подлинное понимание и подлинное экзистирование в речи – это тогда, когда мы говорим, или что то, что говорит в нас, говорит о том, как то, что говорит в нас, и как это само говорение соотносится с бытием. И также, как соотносится с бытием то, о чем мы говорим. Но это двойное, двойное соотношение говорящего, связанного с бытием, и то, о чем мы говорим, про проговоренного, как или предмет нашего разговора, тоже соотнесенный с бытием, создает активацию а активацию бытия. И когда тот, кто слушает то, что мы говорим, когда мы говорим аутентично, в нем активируется тоже бытие, потому что он слушает речь, тоже находясь и понимая, и вещь, о которой была та или иная речь в отношении к бытию, становится доступной, внятной, открытой и обнаруженной тем, кто слышит. То есть таким образом мидзайн, как экзистенциал дозайна бытие в с, бытие вместе, бытие с в ходе речи как аутентичного его экзистирования дозайна обогащается онтологическим слоем. То есть это и есть в каком-то смысле сообщение истины о бытии. То есть не, не, не отчуждаемые истины от сущим, а не отчуждаемые истины от бытия. Поэтому тот, кто в слушании аутентично существует в речи, и тот, кто говорит и аутентично существует в говорении, в экзистенциале мидзайн в, в экзистенциале бытия с бытия с друг с другом оказываются объединенными бытием, которое вскрывается сразу в трех точках. Это бытие говорящего аутентично, это бытие слушающего аутентично и это бытие то того о чем идет речь, которая открывается сразу в двух, в двух плоскостях: и для аутентично говорящего, и а, аутентично слушающего. То есть и аутентично слушающий, и аутентично говорящий а, обнаруживают тройственность бытия как событие вот это аутентичная речь. И тогда а, и слушающий, и говорящий, и даже вещь, о которой идет речь, поскольку она соотнесена в этой речи с бытием, то сущее, которое, о которой идет речь, соотнесено с бытием самого себя, все три инстанции, то есть о чем говорилось, кто говорил и кто слушал, все сталкиваются с бытием. Соответственно, происходит некоторый, некоторый взрыв, некоторая эксплозия, онтологическая эксплозия, когда Экзистенциальное, экзистенциальное напряжение между говорящим, слушающим и предметом речи вспыхивает таким огненным треугольником, антологическим треугольником, сообщающим сразу истину о трех, об истину об, о говорящем, истину о слушающем и истину о том, о чем говорится и от, о чем слушается, потому что то о чем мы слушаем, это тоже очень важно. Можно просто э, слушать речь и не слушать о том, э, о чем говорится в этой речи. Но ну, так оно и как правило и бывает. Произнесение речи это уникальное событие, это редкая, очень редкая вещь, потому что аутентичное экзистирование дозайна редко. Соответственно, когда речь аутентично экзистирующего дизайна, о чем-то произносится, то то, о чем произносится, как заинды, как нечто сущее, тоже открывается с точки зрения своего отношения к бытию, к зайну. Вот это и есть аутентичное некое пробуждение зайна, бытия в заинды, в сущем. И вот все остальное не является аутентичной речью, потому что аутентичное экзистирование и есть экзистирование к бытию. Соответственно, ничего, кроме бытия, экзистирование интересовать не может. И, соответственно, как экзистенциал дизайна, любая речь аутентичная, есть речь о бытии. О чем бы мы ни говорили, о частном или общем, это не важно, потому что здесь точно так же, как в случае структуры, сохраняется принцип примордиальности, пространственной примордиальности. Неважно, говорим мы о части или о целом. Если мы говорим о структуре части или целого, мы говорим об одном и самом главном, то есть о бытии. Здесь антологический взрыв сущего изнутри происходит И слушающий, он участвует в этом взрыве, он тоже взрывается, потому что бытие, вот эти три точки бытия, три, три вершины, треугольника бытия в ходе античной экзистирующей речи, они все представляют собой одно, они вспыхивают не три, как, как три разных, а как три одного, и в этом заключается трансформирующее значение подлинной речи, то есть трансформирующие переключающие режимы и говорящего, и слушающего, и, и самое главное переключающий антологический режим того, о чем идет речь. Вот такая, такая речь есть о экзистенциале, аутентично экзистирующего бытия. Причем и произносимое, и выслушиваемое, потому что слушать это столь же онтологически, и философски, ответственно, как говорить не менее ответственно, но ну и не, не, не менее ответственно быть то том о чем говорится, то есть все три, три события, говорящие, слушающие и предмет разговора, предмет сообщения, все они являются уникальными и требуют определенной философской философской компетенции, то есть это означает, кстати, что тема разговора имеет огромное значение, выбор темы разговора Принципиально, потому что говорить о чем-то, отношение чего к бытию нам неинтересно, непонятно или не, не очевидно, или не, не просто. У нас все не очевидно отношение бытия ко всему сущему не очевидно, но что нас просто как бы. Мы, мы вообще еще даже не представляем, как оно относится, и, и не задаемся этим вопросом. Вот об этом говорить не надо. Надо говорить только о том, и тема является любого аутентично экзистирующего разговора только то, темой или предметом, где этот предмет говорящим и слушающим уже соотносится с бытием, где уже это бытие между, где зазор или связь между бытием и сущим уже начинает проглядывать, пусть она еще не определенная, пусть мы еще не до конца прорвались к этому открытию бытия в сущем, но мы движемся туда, мы уже нацелились туда, мы направились туда, мы нашлись, перед лицом именно этой темы. И тогда разговор приобретает по-настоящему трансформирующий, изменяющий характер, потому что речь идет об онтологическом преображении дозайна, всего дозайна, потому что то, о чем идет речь, это не нечто постороннее дозайну, это тоже включается в дозайн, потому что все, что есть, есть в отношении к зайну, а и есть бытие, зайн здесь находящийся. Вот это вот принципиально. Таким образом, мы пытались описать, как аутентично экзистирует дизайн в речи или как происходит экстенциальное оживление структуры через речь. Это не совсем строгий структурализм, но это, по крайней мере, показывает, как можно наложить топику хайдегеровской феноменологии или хайдегерской философии, дизайн философии наложить на, на структурализм. А вот дальше происходит очень интересный момент. Хайдегер описывает еще более подробно, как происходит неаутентичное экзистирование дизайна в речи. Тогда диреде, то есть экзистенциал дизайна, превращается в дас-гереды. Речь превращается в болтовню. И дас это такое высказанное а не, не Это такое из, изреченное или изрекаемое, у которого вообще отсутствует экзистенциальный, экзистенциальный источник. То есть это некоторое а, почти механическое использование слов, которое представляет собой противоположность, противоположность аутентично экзистирующей речи. Вот мы описали экзи... аутентично экзистирующую речь, когда говорение этой речи соотносится с бытием, поэтому бифиндлихкайт, находимость именно здесь вспыхивает, и понимание вспыхивает. Мы говорим о том, что мы понимаем, и в ходе понимания мы говорим. Мы находимся здесь и сейчас, понимая то, что мы понимаем, и мы говорим о том, что мы находимся тоже. Соответственно, это применимо к тому, о чем мы говорим, а потому что мы говорим о бытии того, о чем мы говорим, бытие какого-то сущего, и слушающие или слушающие тоже находятся в том же самом, они тоже находятся, и они тоже понимают, и они тоже соотносятся с этим бытием и себя, как слушающих, как находящихся с другого конца речи. А какой конец речи, где какой, очень трудно понять, потому что речь не имеет полноценного источника. Речь коренится в дозайне. А дозайн не делится на мой дозайн, твой дозайн. Поэтому нельзя сказать, что мой дозайн твоему дозайну сообщает что-то. Если дозайн что-то понимает, то он находится в речи. И с какой стороны, уже не так важно, со стороны говорящей или слушающей, речь идет об одном и том же экзистирующем дозайне. Не о двух, нет такого, нет и два дозайна есть дизайн и, и все, и, и, его экзистирование. Поэтому и то, о чем говорится, говорится в, в приближ, внутри дозайна, а не вне, отсюда и понимающее значение речи. Вот мы описали аутентично экзистирующую речь, или как оживляется экстенциально структура в ходе изречения, в, ходе, в ходе э, речи. А для того, чтобы понять, что такое дозгереда, не аутентичное экзистирование дозайна в речи, то здесь надо, соответственно, все поменять. Во-первых, когда говорящий не осознает, что он находится и не понимает то, о чем говорит. Первое. То есть он отклоняется от аутентичного экзистирования в самом себе. Соответственно, тот, кто говорит, и тот, где он говорит и зачем он говорит, это эти элементы отрываются от бытия, отрываются от других экзистенциалов, от заботы, от бытия к смерти, от ужаса. И Вместо говорящего на этом месте, вместо такого живого, пронзительного ощущения здесь и сейчас, присутствия, которое само по себе соотносится с зайном а это и есть аутентичное экзистирование дозайна, которое экзистирует и существует к дозайну. Вместо этого к дозайну говорящий или речь поворачивается спиной. Соответственно, она поворачивается спиной, и она не обнаруживает отношение к бытию, а наоборот его валирует или делает безразличным. Соответственно, произносящая речь или произносимая речь утрачивает свое антологическое и экстенциальное качество. Это становится не то, что она речь становится неистинной или там, неправильной, но она гаснет, она становится унылой, она становится вместо того, чтобы быть э, чем-то э, соотносимым с бытием, она перестает относиться к бытию. Это становится речь как заинде, как, как сущее, а не как то, что относится к бытию. И тогда не заин уже экзистирует, в, в ней, а, а что-то другое, мы сейчас увидим, что. Так вот, гаснет речь, гас, гаснет речь того, кто говорит без отношения вот этого говорения к бытию, то есть не, в неаутентичном режиме, речь становится качественно иной, принципиально иной. Теперь, предмет речи, о чем эта речь? ведется. Тоже, раз сама речь отрывается от бытия и становится каким-то элементом сущего, и, и эта вещь, о которой идет речь, тоже отрывается от бытия, тоже становится сущим. То есть сущее говорит нам о сущем. Не бытие говорит нам о бытие, понимая и находясь, и находя то, о чем она говорит, находя бытие в том, о чем идет речь. А одно сущее повествует о а другом случае, не ставя вопроса о бытии ни в себе, ни в нем. Соответственно, третий, третий элемент слушающий, он вот прослушивает эту не имеющую отношения к бытию речь, которая никакого, ничего не проясняет в отношении сущего, о котором она строится, о котором она идет по отношению к бытию, также остается абсолютно незадействованным и незатронутым этой, этой, этой речью. Поэтому он слушает, ну да, там, ну, ну нет, ну понял, ну не понял, ну ладно, там, ну я и, и, и сам молодец. И э, тут возникает совершенно другой треугольник, где говорящий, слушающий и, и сам предмет разговора утрачивает свое онтологическое измерение. Они перестают экзистировать, они начинают просто быть некоторым заведомо, э, заведомо нарезанным и хорошо распределенным хламом таким. То есть мы переходим от экзистирования дозайна к перебору комбинаторики, каких-то переставлений существующих предметов, в котором можно любую фигуру заменить. Можно заменить слушающего на говорящего. Все равно говорящий говорит какую-то ерунду, потому что слушающий и не слушает ее в ответ на это. Речь идет о предмете, который заведомо не истинный, который представляет некоторые сущие. И так на, треугольнике онтологического откровения, взрыва отношения бытия, события на его месте, как в случае Аутентичная экзистирующая речи дигайда, появляется Das Gerede. Треугольник Das Gerede, треугольник условный, потому что можно много слушающих, много говорящих. Может быть, хор придурков, которые несут, как вот телевизор, например, включить. Это хор бессмысленных, отчужденных таких единиц, которые говорят то, что они не понимают, ни один из них не понимает, ни один из них нигде не находится, несут они все, что все, что попало, и миллионы, открыв глаза, ответив челюсть, находятся в этом, в этом состоянии, как в бульоне э, тотальной бессмысленности. Это и есть Дас Гереда по Хадигеру, когда э, говорится теми, кто не понимает и ничего и не собирается понимать, говорится о, о, том, о чем можно было бы не говорить, потом, или говорится о том, что, о чем стоило бы говорить, но без всякого соотношения к бытию того, о чем говорится, и слушается так в полуха, теми, которые и так все знают. И вот а, это и есть структура Дасгереде. Неаутентичное существование структуры а, речи в, в, в таком в интеллектуальном контексте движущимся в своей к своей противоположности порождает ощущение а, того, что дасгиреда она в принципе является таким das является свободным свободным движением бессмысленницы по огромной по огромной сети по которой передаются какие-то совершенно кванты не без без информации ник, никем не считываемые и всеми одновременно считываемые и всеми одновременно испускаемые это и есть стихия Дас Гереды, которая полностью закрыта. Тут открытость Дазайна к миру заменяется закрытостью. Дазайн закрывается, потому что он уже не видит бытия ни в себе, ни в том, о чем он говорит, ни в том, кому, с кем он говорит. Бытие исчезает. И вне без бытия остаются некие, некие такие вот сигналы, испускаемые одним сущим в отношении другого, которые в принципе заведомо теряют и осмысленность и наличие Они уже больше нигде не находятся, они находятся где-то виртуально. Источника Дас Гереда не существует, потому что это некий цикл, как будто нечто само по себе говорят. Вот английское выражение «they say» – «говорят» или русское «говорят». Кто конкретно говорит? Никто, а говорят как бы все. Вот Дас Гереда, когда говорят, что, например, там существует атомы. Вот кто говорит конкретно? Говорят. И говорят это достаточно и убедительно для тех, кто не хочет слушать. Потому что как говорят, так и слушают в полухо. Одни говорят в пол, в пол слова, в пол а другие в полухо слушают. И в результате получается некая э, 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 речь Дасгереда, точнее болтовня, отделенная от всяких связей с антологией, с бытием. Соответственно, возникает сфера Дас Гереда, как неаутенти, неаутентичного экзистирующего дозайна, и для главного героя, в качестве главного героя этого неаутентично экзистирующего дозайна Хайдегер э, называет Дасман. Дасман это тоже любопытная лингвистическая конструкция. По-немецки мандент, мантрингт, манхерт это означает, слушают или думают или пьют, но без указания на того, кто. Ман это некоторое местоимение единственного числа третьего лица, которое означает. Кто-то всеобщий, но не, 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 не существующий. Это не совокупность всех или не какой-то отдельный. Это не все и не один. А это нечто, что, по сути дела, не существует вообще, чего не существует ни в единичном, ни в коллективном, дасман, Хайдегер делает, пишет у вас большой буквы, хотя в, в, в обычном случае это с маленькой буквой Ман «ман хёрт». Вот этот Дасман с большой буквы это и есть тот, кто говорит, слушает и слушает Гереде, то есть болтовню, и который является тематикой гереда одновременно. То есть Дасман располагается на всех трех главных полюсах того треугольника речи как экстенциала, который мы описали в случае аутентичного существования. Вот там находился говорящий, слушающий и тема, и в каждой из них был соотнесен экзистенциально с бытием. А в случае Дасмана этого соотнесения с бытием, с бытием нет. Поэтому Дасман – это и речь, тот, кто ее произносит, и тот, кто ее выслушивает, так же, как ее произносят в отвлеченном виде, и то, о чем это речь, потому что то, о чем это речь, это тоже досман. Когда нам утвержд... утверждение какое-то происходит в этом не аутентичном регистре языка о, о каком-то сущем, это заведомо неправильно, это заведомо досман говорит о самом себе, потому что это автореферентная закрытость дозайна. Дозайн закрывается, он в каком-то смысле отворачивается от мира, от индервельдзайн, от экзистирования, от мидзайн. Он отворачивается от самого себя, от своего зельбства. Он отворачивается от своего бифинлихайд. Он перестает находиться здесь, потому что досман не находится нигде. Досман зих них бифиндент. Нигде и никогда не находится досман. Его когда начинают искать то никогда не могут найти, потому что досманы не существует. Это некоторая форма отчуждения, которая есть у каждого, но в обобщенном виде часто досман... Ну, приобретает такие уже визуальные формы в лице общества или политической системы, построенного на полном отчуждении, когда некий политический режим или какая-то как государство, политическая система, социальные институты, культурные институты и даже такие вот хозяйственные институты существуют не аутентично, а это очень часто, если не почти всегда в нашем, по крайней мере, мире, то тогда Дасман приобретает характер уже более, более выразительный то есть становится такое, как министерство Досмана, там, президент Досман, правительство Досман, да, да, парламент Досман, телевидение Досман. То есть Досман приобретает такие видимые, э, видимые формы, хотя когда, если происходит экзистенциальная революция, и э, Дозайн принимает решение больше не существовать так, не аутентично, вот под гнетом этого Досмана, то когда восставший дозайн врывается в кабинет, он не находит никого, эти кабинеты пусты, потому что нету тех злодеев, которые э, занимались такой стратегией осознанного отчуждения речи от своих экстенциальных э, корней, Те, нету того э, злодея, который бы устроил вот эту автономную систему повествования ни о чем ни, 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 и полностью закрытое аутентичного экзистирования. Это тоже сам дозайн это каждый вносит в этого досума «да свою лепту, когда говорит о какой-то чепухе, которая никогда не находит самого себя, теряется для самого себя, когда не понимает и делает вид, что понимает то, что он не понимает, когда это непонимание не мучит его, и когда стирается вообще грань между пониманием и непониманием, а это большинство людей, когда человек соглашается воспринять недопонятое или вообще непонятое как понятое, и тем самым выстраивается глобальное, глубоко глубочайшее безразличие к самому себе. Потому что ты либо понимаешь, либо не понимаешь. И вот не понимать – это тоже понимать. Например, понимать, что ты чего-то не понимаешь. Это означает, что есть дистанция, есть движение, есть экзистирование. Если ты не делаешь различия между пониманием и непониманием, то ты производишь Досмана, поэтому Досмана и нельзя найти, нельзя его, например, там, скажем, победить или локализовать, казнить или осуществить государственный переворот против Досмана. Досман он не, не, не сидит ни в одном из, из, из кабинетов. Досман это не аутентичное экзистирование Дазайма, то есть он находится в каждом и каждый не желает слушать вот эти лекции, читать Хайдегера, браться за, ум, каждый этого да Досмана и конституирует болтовней, да, с Гереда, своим движением, поступками, мыслями о том, о чем мыслить, строго говоря, не надо было бы. Если вот, каждый человек понимает, что он делает в своей жизни что-то принципиально не то, и, и всегда не то, и чем больше, чем он взрослее, там, старше, тем больше не того он делает, он не туда идет, он не, 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 с теми имеет дело, он ставит не те цели и достигает тоже не их. И, он весь насквозь не тот. Если в человеке есть что-то живое, он это должен чувствовать. Если он этого не чувствует, это конченый человек. Это уже чистый досман, который просто какой-то радиопередача такая, поставленная на луп, которая повторяет одно и то же, а не человек. Человек вот, это тот, кто может какой-то момент пробудиться и сказать, ну, какой кошмар, надо из этого выплывать, я погряз в тени, я в полном отчуждении, меня вообще нет, я не экзистирую, я, я никто. Я потерялся полностью. Вместо меня живет эта радиопрограмма, или какой-то сосед, или какой-то быт, или какая-то механика. И когда человек просыпается, он видит, что что на самом деле в действительность, в которой ему так уютно было существовать, это на самом деле есть механическая, механическая бойня бойня экзистенции и он оказывается выполнял там роль такого надзирателя над, над убийством самого себя, вот расколовшись. Это принципиальный, принципиальный момент, который у Дозайна может открыться. То есть на самом деле экзистенциальная революция или, переворот, или восстание бытия в, такой, в таком, в таком случае рождение речи и способность слушать речь, способность говорить о вещах в соотношении с бытием, это вопрос всегда касается никого-то другого, всегда касается именно нас самих. Поэтому переключение режима из неаутентичного в аутентичное никогда не может быть сделано кем-то еще, кем-то помимо нас, за нашим пределом. Это либо делаем мы делаем, либо это не делает никто. То есть каждый в это ангажирован, каждый в это включен. Нельзя сделать никакого исключения. Нет никаких двух партий пробужденного дозайна и непробужденного. Нет битвы двух, двух лагерей или двух типов людей. Есть борьба внутри дозайна, внутри одного и того же экзистирующего наличия, причем... Каждый принимает решение о, о том, экзистировать ли аутентично, то есть говорить, слушать, убирать то, о чем говоришь в, в речи, если брать экстанциал речь, или не аутентично. То есть, как под, подойти к структуре языка, как а, а, организовать а, речь это а, выбор каждого а, отдельного человека, не отдельного, нет, неверно, каждого человека, не отдельного, потому что э, э, дозайн экзистирует мидзайн, как, как с другими, поэтому ни, никто не, не, может быть отдельным. Каждый, э, будучи дизайном уже с другими, уже с мидзайн, уже пребывает с другими, он не может находиться, никто из нас не может находиться отдельно, поэтому и решения принимаются всегда каждым, но никогда не отдельно. Вот это важно. Это очень важно, потому что всегда каждым и всегда вместе. И, соответственно, и говорим мы. Вот это не о чем бы мы ни говорили никогда не впустую и в никуда. Мы всегда говорим не впустую. Мы говорим э, в то, где к тем, которые находятся, тем, кто понимает, тем, кто говорят, тем, кто слушает и те к, тем, кто принимает решение. В этом как раз особенность, особенность аутентичного экзистирования. И досман не является другим по отношению к нам. Досман – это мы сами. Досман – это мы сами не аутентично экзистирующими. Это каждый и все. Каждый и все может конституировать и утверждать себя как аутентичное экзистирование дозайна, как речь, диреда, может а -а 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 экзистировать аутентично, в отношении к бытию, а может, а, экзистировать не аутентичный. И это каждый и все и создают баланс соотношения э, досмана и э, такой аутентичной, аутентичной речи по Хаггегеру. Вот давайте на сегодня мы остановимся на этом, поскольку здесь мы подвели... Тематику структурализма к хайдегеровскому к, к кайдерской аналитике дизайна через экстенциал диреды и через а, а, такую неаутентичную не форму этого экстенциала через Дас гереды. соответственно, это следует наверняка еще основательно продумать еще раз обратиться к Зайну сайт и к другим работам Хайдегера, там, где он говорит о языке прежде всего, и об экстенциалах, о Дасмане, и еще раз обратить внимание на то, как такой подход к, в Хайдеггерской фенологии к языку и речи, как... Он соотносится с структурализмом и с представлением об автономной антологии языка в структурализме. Всего Это означает, что философия историю что в